Спасибо Николаю Корнееву. Да, вот я понял, на следующий Новый год попрошу для себя реактивный район. Сюда никакие не пробки, не страшно вообще ничего. Буду в секунду перемещаться по всему Петербургу. Друзья, вы смотрите Live 78. Утро продолжается, и мы продолжаем. Сейчас поговорим о музыке вместе с ребятами из коллектива «Три пули». Они уже в нашей студии. Ребята, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну что же, Новый год с каким настроением вы начинаете? С какими планами, задумками? Мы начинаем Новый год с новыми силами, хорошо отдохнули, готовы в бой. А планов тем временем, на самом деле, гораздо больше, поэтому мы в боевом настрое и собираемся покорять все. Ну, расскажите о самых ближайших, там, в январе, феврале, вот, в зимние месяцы, что нас стоит ждать от вашей группы? Несколько новых треков планируем записать. Это, пожалуй, самое главное, что стоит ожидать нашим поклонникам. Треки будут немного отличаться от основной нашей стилистики, но, тем не менее, в них будет определенный изюминг. Ну, в общем, эти треки будут нацелены на то, чтобы попасть на телевидение, на радио и все остальное. Ну, уже, на самом деле, в прошлом году тоже много было сделано, как я понимаю. Давайте вот посмотрим отрывочек из вашего клипа с последнего альбома, который, в общем-то, для вас стал итогом 2015 года. Да? Покажите нам, пожалуйста, этот клип. Это кавер-версия родоначальников отечественного хип-хопа группы Bad Balance, так? Все верно, это старый трек 90-х годов. В свое время он нашумел, и с этой группы начался весь русский хип-хоп. Ну, в этом клипе даже участник этой же группы снялся. Да, здесь участвует Влад Валов, это вокалист группы Bad Balance. Соответственно, мы с ним этот клип и снимали, и очень хорошо поработали. Ребят, кстати, вы еще очень хорошо даже поработали с Limp Bizkit. Это да. Сразу на двух концертах выступили. Как вообще ощущения? Да. Они сами вас выбрали, да? Да, мы сами своим пешком дошли до концертов в Петербурге, в Москве. Открыли в Москве и в Петербурге закрыли их российский тур. Это были незабываемые ощущения. Мы очень рады тому, что оказались на таких крупных мероприятиях. Такой вообще компании. Да, в принципе, Фред не звал сделать совместную работу? Мы его скорее звали. Вы его звали, и что он ответил? Все в процессе. Мы созваниваемся периодически с Фредом. Сейчас он в Америке пока. Пообещали ему накормить его борщом, потому что это его любимое блюдо. Неужели он еще не ел борща? Но так как он был очень занят своим туром. У него жена туром. Ксюша, она должна варить ему борщ вообще. Да, он не успел. Но в следующий раз, когда они приедут с новым альбомом, мы обязательно отведаем борща все вместе. Отлично. Ну что ж, вот я вижу, что один из музыкантов сегодня пришел еще и с листом бумаги и маркером. Да. И это все неспроста, потому что, ну уж сам проговорился, умеет рисовать. Гомера Симпсона, причем... Ну, да, за 10 секунд. За 10 секунд. Ну, мы не могли не проверить эту информацию, причем время. В прямом эфире. Да, ну как, я думаю, друзья посчитают, да, как мы будем. Конечно, давайте, да. Итак, давайте. Рисуем Гомера Симпсона в прямом эфире. Давайте. А вслух будем считать? Поехали, ну да. Ну конечно, 10, давайте. 10. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, дополнительно дадим 10 секунд, поскольку совсем недавно были продолжительные каникулы. Поскольку это утро, да. Это раннее утро, друзья. Мы работаем в прямом эфире. На самом деле, все, уже пора предъявить результат. Не могу. И так понятно, да и так уже понятно. Он лысый получился. Лысый Гомер Симпсон. Да, но зато за секунд 15, я думаю, что получилось. Друзья, мы сделаем скидку на ранний час. Все-таки 7 часов 48 минут в прямом эфире. Все равно мы знаем, что это Гомер Симпсон. Я обязательно буду тренироваться. Ребят, ну все, теперь на самом деле время. Время музыки, отправляйтесь, пожалуйста, на сцену. Группа «Три пули» в эфире Live 78. Что ж, композиции да. «Попробуй представить». Именно попробуем представить в данный момент сейчас мы выступление группы «Три пули». Ну а вы никуда не уходите, оставайтесь на Live 78, и совсем скоро будут новости. Из окон квартиры я пролетаю над крышами. Ранним летним утром люди спешат на работу, пока не едут фуры. Яркое солнце бросает блики на стекла.
ветер обдает крылья дыханием теплым. Чайки кричат, волны бьются об камни. Городской парк и курит старый охранник. На остановке люди ждут очередного трамвая. Образовалась пробка там, где случилась авария. На дороге за движением наблюдают камеры. Сверху этот мир похож на аквариум. И где-то далеко, где-то на окраине живет моя любовь. С глазами карими, есть наши сны. Сны о птицах и сны о небе. Там убом и чисто, тебе ничто не мешает. Попробуй представить, что мы в небе с птицами поменялись местами. Так высоко над землей, разными городами, где-то среди облаков мы время выгорожали. Я поднимаю свою голову вверх и вижу домов крыши. Чувствую, как тяжело дышит мой город. Поднимаю вверх ворот, на перекрестке дорог пронизывает холод. Каждый вечер одни и те же разговоры. Слова рождают споры, споры переходят в ссоры. Мы поневоле воры, воруем жизнь у себя самих. Несмотря на уговоры родных, мы забываем их. Тихо тают дни, а время мает дни. Раскачивает мир, воспоминания сжимают годы в минуты, порой в память.